Привет, народ! Добро пожаловать на канал Johnny Horror. Мы продолжаем с вами проходить эксклюзив на PS5 Ratchet & Clank сквозь миры. 4К 60 кадров. Всем добро пожаловать и приятного вам просмотра. Так, найдите купленный Нефариус. Так, что у нас по карте показывает? А, в прошлой серии что-то было 10 типа квестов еще должны были быть. Ну ладно. О, добро пожаловать к мисс Зуркон! Так, ну ладно, пойдем по заданиям. Вот это похоже на клубный сон. Опа. А что такое? Начнем сюда. Вы уже украсили статуэтки Минифариуса все комнаты. Предлагаем погодостойкую модель для балконов и двориков. Это типа дресс-код, да? Геймпад прям вибрирует. Не знаю, если слышите, почувствуете разницу. Там капец. Нормально так вибрирует. Среди вас есть фантом? Где его здесь? Вот он. Как это не делать? Джеймов дайте. Тревога! Здесь мятежники! Опа! Ну как так? Только вернулся к полевой работе и уже раскрыт! Фантом? Это скит? Сейчас на помощь мы пойдем помогать. Надо разобраться с ними, а то они сцапают фантома. Так, ребятки, вот ребятки. Это ведь был фантом? Таинственный тип маскировки. Да, точно фантом. Фантом, стой! Задание. Я Рэчет. Говорят, ты... Без имен! Думай головой, или в сопротивление тебя не возьмут, новичок! С чего все взяли, что я из сопротивления? Император требует твоего содействия! Так,
Баны там уже. Так, а здесь у нас... Мне нельзя от него отставать. Да-да-да, ну как-то надо собрать это все, видимо, нет? Шестереночки всякие там или что там. Опа. Угу. Прикольно. Когда мне выпадает шанс сокрушить врага? Блин. Забуху там это. Гаденыш. Так, короче, нормально. Опа. Как бы туда попасть? Может, оттолкнуться от чего-нибудь? Так, а он там еще что-то есть. Что это такое вообще? Странно. Какая-то материя непонятная. Так. Так, я понимаю портал, но нам надо не сюда, а вот за этим фантомом, короче. А, ну это типа, наверное, подсказка, да? Так, погоди, постой, постой, постой. Эй, постой! И чем прикол? Давай нового прыжка. А. Вот он! Пушистик из клуба! Ну вот, я возьму их на себя! А ты уходи, фантом! Еще один мятежник? Император... Чинишься, как все! Мало этих припасов. Куда же ты делся? Здоровье почини, хорошо. То есть пополнили. Молодец, новичок. Спасибо. Это что, какое-то тайное рукопожатие? Эй! И что это такое? А, сквозь это вот Ладно, новичок, портала. Время попробовать фантомный рывок. Фантомный рывок? Клево. Нельзя поймать то. О, теперь, кстати, те места можем заходить, которые мы раньше не могли. Это прикольно. Рывок после прыжка. Остальное сделает перчатка. Понятно. Ага. Ух ты, класс. Не бойся. Пробеги по панелям с помощью перчатки.
Да? Стена не кусается. Ага. Хочешь забраться клево. Еще дальше? Рывок после прыжка. Сейчас, погоди. Ничего тут. Ага. Ну и. Успел. Мне нужен королевский звездолет. Ты вроде знаешь, где такой взять. Нас могут подслушать. Держись рядом. Тихо. Блин, сори. Хочешь забраться еще дальше? Рывок после прыжка. Мне нужен королевский звездолет. Ты вроде знаешь, где такой взять. Чш, нас могут подслушать. Держись рядом. Вот как надо. Блин, как же классно, а? Вообще. На Саргас. Летает туда после каждого задания. Саргас. Есть предложение. Тот дирижабль. Помоги захватить его. А я помогу попасть в башню Нефариуса. Это единственное место в городе, где есть звездолеты. Что такого в этом дирижабле? Просто заберись на ту крышу. Я схожу за вещами. И встретимся там. Крыша. Как же мне туда забраться? Я иду к вам. Потерпи. Еще один интересный день для подавления медведей. Не, классно, кстати, вообще. Вторжение. Ну, есть, да, есть вот вторжение. Конечно, если было бы, я бы включил бы тестировку лучей, было бы еще более четче. Но там 30 кадров. Поэтому, ребята, лучше пользоваться производительностью на данный момент. Но потом выпустят патч. Как бы при 60 кадров все равно стабильнее намного. Умнее играть. Приятнее даже. Классно. А что карта нам показывает? По-моему, немножко. Какие-то шестереночки, как я понимаю. Похоже на монетки были. Шестереночки. Блин, забывай про эти. Так, прикол. А, что-то я это. И
Так, надо не спешить, надо сейчас понять, как что-то делать. Так, окей, что дальше? Да блин. Блин, а что делать-то? Слушай, а мне кажется, светофоры надо проверить. Давайте еще раз. Сейчас. Так, ты приехал. В чем прикол? А, вот, все. Извините, я просто не увидел. Все понятненько. Блин. Да что ты? Тебе нужно оружие или боеприпасы? У меня все есть. Уж, конечно, боеприпасы. Так, улучшенное оружие. С помощью... Выберите апгрейд, соединение с начальной точкой. Хороший выбор! Улучшить оружие – дело не хитрое. Главное, чтобы у тебя был раритан. Ну, понятно, понятно. У тебя брейд снизу. Ага. Вот видишь, кому нужно хорошее оружие, если можно получить великолепное? Так. Автоматический пистолет. Урон от попадания в голову. Модифицируйте что-нибудь из своего арсенала, купив апгрейд за раритан. Так, а раритана, как я понимаю, у меня нету, да?
Их надо держать в форме. Такие затраты всегда окупаются. Я знала, что уж ты-то в два счета все усвоишь. Ну, не в два счета. Ну, так. Надо разобраться с этой темой. Так, а что у меня еще? Скоро в ком-то появится много-много дырок. Так. Да, с соревнованием сам собой. Прокачай свое оружие! Скучная граната. Так, а это что такое? Дробитель. Вот дробитель, мне кажется. Зачем покупать еще раз? А я не покупаю еще раз, посмотрим. Снаряды летят дальше. Да, вот это тоже, наверное. Ну все. Даже жалко тебя. Еще раз спасибо, тайный агент Зуркон. Удачи тебе в бою. А мисс Зуркон здесь не было. Серьезно? Надо будет как-нибудь еще сходить. Вижу, все-таки добрался. Молодец. Стоп, ты меня видишь? Где ты? Мой звездолет готов? Ты его получишь, не волнуйся. Только помоги мне устранить последнее препятствие. Спа-салон Нефариус. Если отвлечешь этих солдат, я взломаю вещательный дирижабль и отправлю гражданам незабываемое послание. Вроде несложно. Так, дробитель. Новый день, новый шанс порадовать императора безусловно. Граждане, не Вариос-Сити! Вы слышите голос сопротивления? Вы слышите голос правды? А правда в том, что назрел разговор. Сопротивление. Группа деятельных граждан. Да, получше, кстати, стал стрелять там много. Чувствуется прям хорошо. Мощнее стал. Тебе понравилось. Так, где я сюда? Экономить, потому что мне... Так, дробитель попал. Я вот тоже как-то прокачал. Воу-воу-воу-воу. Так, у меня уже поминается, поэтому... Так. Ой.
Блин. Знаете что? Обойдемся без кодекса. Поступки убедительнее слов. Так, окей. Наконец-то. Но у башни Нефариуса держись. Блин, я хотел там ящики взять. Ух ты, где ты этому научился? Видимо, задел за живое. Ну что ж, уговор есть уговор. Это глючка. Она поможет тебе проникнуть на шаттл, идущий к башне. Консоль доступа на той огромной статуе Нефариуса в центре города. Подключи ее, и она все сделает. Эй, ты куда? Я раскурочу весь этот прогнивший мир изнутри. Опа. Не дрей, брат! Специально так что ли сделал? И как я должен отсюда добраться до базара? Ну, смотри, ну, знаете, сейчас посмотрим. Так, давайте все посмотрим. У меня патроны вообще базу тупо нету. Так, вон там. Фантом думал, этот рычаг поможет мне вернуться на базар? Так, классно. А, на это нельзя, ясно. Итак, теперь нужно только... О, как быстро! Добраться до статуи, прикольно. Включить глючку, добыть звездолет и найти кланка на Саргасе. Потерпи, друг. Я спешу тебе на выручку. Тихо. Что-то разогнался, братан. Тоже трещины. Где, в смысле, трещины? Теперь понятно, куда делись платформы. Типа секретка, что ли? Кажется, придется попрыгать. Так, окей, а куда дальше прыгать? А, вот, значит, наружу, наверное, есть. Ух ты. Воу. Так. И дальше куда? Ух ты, тихо. Ага. Ого. Ломбакс! Настоящий, не надувной! Так, окей.
Блин, я думаю, сейчас нет, и не зацепится. Так, давайте дальше. Что у нас там? Ага. Так, дальше нам куда? Ну, туда. Да хрен, ну знаю дальше куда, непонятно. Ну, ближайший, наверное, сюда. Так, попробуем. А хрен там. Непонятно. Не просто что тут делать? Странно, конечно. Ну ладно, сейчас давайте попробуем. Тихо. Так, а если к нему? Опа. Ух ты. И чё тут? Ну тут ничего. Если тебе-то понятно, что сюда, то ясно. Опа. Там еще фига там. Так. Постойка. Ну, я до туда точно не допрыгну. Не долечу. Так, значит, это как-то здесь надо. Точно не сюда. Закончили. Ура! Ну да, давайте, конечно, я не броню. Вы можете изменить внешний вид своего персонажа с помощью брони, чтобы надеть элемент в виде крестика. А еще можно изменить цвет этого предмета. Вау, прикольно. Так. Наверное, по цвету его, в принципе. Фиг знает, блин, как-то без маски, но лучше, мне кажется. Да, поприятнее, чем с этой маской.
Ну ладно, давайте, в принципе, оденем, а там посмотрим. В принципе-то. Все, по сути, можем... А, все, то есть можно возвращаться назад, по сути, да? Да, назад, все. Ясно. И таким же путем получается. Так, ясно. Сейчас мы здесь походим. Посмотрим. Ну, то есть... Ну, типа, короткий путь, короче. Ясненько, ясненько. Ладненько. Давайте. По заданию уже пойдем туда. Так, а что там у нас внизу? А, ну мы там были. Так, а там что у нас? А, во, ребята, давайте туда сходим. Так, тут у нас... Да-да, вот туда мы не могли, помните? О, наконец-то. Панель доступа. Опа. Здесь песочили противозаконно. Это типа ты мини-босик. Ты-то откуда вылез? Так, ты вернулся? Эти ракеты тебя проучат. Ага. Я понял. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Так, я понял. Ух ты. Это ты что такое? Это всего лишь зарядка. Так. Что блин. Ух ты. Ух ты. О, нет. Отрадно видеть, что ты осилил этот путь. А теперь сдох. Блин. Так.
Сейчас меня грохнут. Хана мне. Император передает привет. Кто еще? Ай-яй-яй! Ух ты! Но нет! Тебе отрадно видеть, что ты осилил этот путь. А теперь сдохни! Блин. Когда он открывает, надо это дропнуть. Так, панели доступа. Угу. А, привет. Значит, ты Ключка, а я Рэтчет. Ты уж извини за эту тряску. Все складывается не очень. Если честно, сейчас вся надежда только на тебя. Спасибо. Рэтчет! Он вроде ничего. Mm-hmm. Ну что, сейчас удалим пару файликов, и все будет в полном ажуре. Так, прыгать он не может, он только пол. Прикольно. Забавно. У вас тут много-то. Гнездо удалено. Угу. Я справилась. Ух ты, я правда. О, в общем, кажется, компьютер снова заработал. Можешь отправляться за звездолетом. Ну да, такая забавная игрушка вообще. Только я не. Только ничего непонятно, игрушка это или. Или мультик. Мне кажется, я мультик смотрю. Только участвую еще в этом. С возвращением, ваше величайшее величество. Поехали! Тут демонграфон лучше, чем в киберпанке.
Вообще просто. Вот город показывает настоящий киберпанк. Живность прям. Ловушки. Роботы. 5 орудий планетарного калибра и сеть наблюдения, покрывающая весь город! Если б только этот клятый измеренитель не сломался! Кланг, а? Прикол. Ну да, да. Взять его! Взять! Я иду, Кланг. О, сейчас блики, да? Прикольно. Нет, 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 нет! Добро пожаловать, о владыка. Введите пароль. Какой еще пароль? Я император, да я сейчас разнесу тебя на куски. Ха-ха-ха-ха-ха. Нормально такое. Вернись, гадкий Ломбакс! Да вроде нет. А потом, значит, этот измеренитель украл доктор Нефариус. Они спят уже. И перенес тебя сюда? И ты хочешь найти своего друга, который... О, какая удача, тоже Ломбакс, чтобы всех спасти. И вернуться. Ты меня что, за дурочку держишь? Смотри, я правда верю в твоего доктора Нефариуса. Но это явно почерк императора. Не, мы же говорили. Натали! Кто-нибудь! Морт? Что случилось? Ну, то, что может поедут. Ой-ой. А может поедут, не знаю. Держись крепче! О-о-о. Берегись! А я что, по-твоему, делаю? Конца. Прикольно. Так. Но куда ты меня несешь? О, хотела я уже отнести тебя в свое убежище. Но сначала поможем моим друзьям с гелатониевой фабрики. Я не знаю, может поеду, а может не поеду. Вроде здесь. Так, играю я за подружку, да? Прикольно. Так, ну ладно, пойдемте. Опа. Прямо над убежищем летает сканопендра. Что-то немного похоже, знаешь, на что? Между нами и гелатониевой фабрикой целое кислотное болото. Кажется, этим жукам кислота совсем не помеха. Стрижукам-то? Да. И я сейчас одного оседлаю. Надо только подобраться. Похоже, немного что-то Звездных войн. Что-то есть такое. Рэч, меня слышно? О, беда. Видимо, коммуникатор сломался. Ну, конечно. Морты на гелатониевой фабрике. Мы
Мне нужно перебраться через болото. Так, маленький мешает. Сколько у вас там? Ты умело с ними. Куда побежал стрижук? Похоже, в пещере расположен источник пространственных искажений. Тоже портал. И последний стрижук угодил в этот самый разлом. Так, ну это, ну, видимо, ладно, секретная комната. Что это такое? Пространственный карман? Может, это результат воздействия измеренителя? Ну ты мастер сказки придумывать. Это что? Это Мейнард, бот-помощник. Наверное, он случайно угодил в разлом. Вон он, стрижук. Нет, не прячься! Ударь по гнезду, он должен среагировать. Ах, блин. В каком гнезду? Так, окей. Может, Мейнард отведет меня к Мортам? Из этой кислоты. Давай, Мейнард, веди нас к Мортам! Ух ты! Извините! Берегись! Спокойно, спокойно! Видишь? Иногда ой, тихо, я не тихо, разбиваюсь. Тихо. Держитесь, Морты. Ломбокс и его ручной робот все равно будут наши. Как ты не упрямься, комок шерсти. У тебя есть 9,5 секунд, чтобы сказать, где они. Раз. Подожди-ка. Так. Так, ребят, давайте-то на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим.
Спасибо за просмотр, за лайки. Поддержите канал, подписывайтесь. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.